Иван Бунин, роман «Горбуна». Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание. Будьте в субботу вечером 5 апреля в 7 часов вечера в сквере на Соборной площади. Я молода, богата, свободна, к чему скрывать, давно знаю. Давно люблю вас. Ваш гордый печальный взор, ваш благородный умный лоб, ваше одиночество. Я хочу надеяться, что и вы найдете, быть, может быть, во мне душу, родную вам. Мои приметы. Серый английский костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой букетик фиалок. Как он был потрясен, как он ждал субботы. Первое любовное письмо в жизни. В субботу он сходил к парикмахеру, купил новые сиреневые перчатки, новый серый с красной искрой, под цвет костюму галстук. Дома, наряжаясь перед зеркалом, он без конца перевязывал этот галстук своими длинными тонкими пальцами, холодными, дрожащими. На его щеках под тонкой кожей развился красивый пятнистый румянец. Прекрасные глаза потемнели. Потом, наряженный, он сел в кресло, как чужой, как гость в своей собственной квартире, и стал ждать рокового часа. Наконец, в столовой важно и громко пробило 6:30. Он содрогнулся, поднялся все-таки сдержанно. Не спеша в прихожей надел весеннюю шляпу, взял в руки трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой. Зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее и быстрее, со всей вызывающей важностью, свойственной горбу, но объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Наконец, быстро он вошел в сквер у Соборной площади и оцепенел на месте. В розовом свете весенней зари навстречу ему шла своими быстрыми и важными шагами в сером костюме, в красивые шляпки, похожие на мужскую, в левой руке с зонтиком, в правой с букетиком фиалок. Горбунья. Беспощаден кто-то к человеку.